И сегодня я снимаю новое видео, которое называется «Подготовка к лету». Также хочу посоветовать тебе аккаунт «Study Motivation». Это очень полезный аккаунт в Инстаграме. Обязательно подписывайся, ссылочка на него в описании. Хочу вам сказать о том, что на этом кадре вы можете увидеть, как я создаю трекер привычек для лета. На этом кадре вы можете видеть, как я делаю дедлайн. Дедлайн – это цель, так, точнее дата, до которой вы должны сделать цель. Тут вы можете видеть кадры, как я пишу корейский язык. Я тут запишу слова, записала я их около 15, даже больше, наверное. Сейчас я пишу самые основные, потому что корейский язык относится к моей цели. В принципе, вот что я написала. На этом мое видео подошло к концу. Обязательно подписывайтесь.